вечер, это программа «Венция» и телеканал M-Television. Сегодня мы находимся в лаунж-баре «Бархат», где именно на этой сцене пройдет конкурс «Мисс Геометрия». Сегодня нас ждет потрясающее шоу и самые красивые девушки Уфы прямо сейчас в «Бархате». Красота спасет мир. Не зря эта фраза была переведена почти на все языки мира. И то, что происходило в «Бархате», очередное тому подтверждение. Красивые девушки, приятная публика, честное и компетентное жюри, потрясающая атмосфера. Это и есть конкурс красоты «Мисс Геометрия». Желание победить, обратить на себя внимание, читалось в глазах каждой претендентки на выход во второй тур. Отличная физическая форма, позитивное настроение и море улыбок – все это дарили юные прелестницы. Иногда самые смелые барышни приоткрывали завесу тайны и делились своими секретами красоты и подготовки к конкурсу. Ну, конечно же, фитнес, ну, конечно же, ухаживание за собой, ну, может, некоторые в солярий ходят. Ну и позитивный настрой, да? Да, конечно же. Да, конечно, если девушке хорошее настроение, она будет благоухать, она будет глаза, вот эта радость, это искры. Проходит дальше, но кто не проходит, не расстраивается. Всем желаем удачи. Любите женщин и будьте счастливы. На этом все. Увидимся. Пока.